Привет, с вами Дарина. Как узнать, что пора менять свое печатающее устройство на новое и современное? Конечно, сейчас вопрос не о тех аппаратах, которые уже вышли из строя. Мы рассмотрим ситуацию, когда ваш принтер еще рабочий. Он вроде бы печатает, добросовестно выполняет все поставленные задачи. Ну да, куплен довольно давно. Но разве принтеры стареют? Да, стареют. И вот этому дедушке все труднее и труднее конкурировать с новыми поколениями устройств. Ежегодно на рынке струйной печати появляются десятки моделей, и изменяется не только дизайн. Если за то время, пока ваш принтер печатает фотографию или несколько страничек документа, вы успеваете выпить чашку кофе, то это очень медленное устройство. Еще 10 лет назад скорость печати текста составляла порядка 7,5 страниц в режиме черновик. Сейчас же устройства с печатающей головкой Precision Core работают в 3-4 раза быстрее. Уже прошли времена, когда для комфортной работы нам требовалось очень много различных аппаратов. Сейчас мы ценим многофункциональные устройства 3 или даже 4 в одном, которые умеют делать буквально все и даже без нашего присутствия. Нужны сканы полсотни документов? Воспользуйтесь автоподатчиком. Пока вы работаете, он самостоятельно отсканирует до 35 листов и сохранит все, куда скажете. Кроме того, практически у каждого офисника есть встроенный факс, так что на покупке этого устройства точно можно сэкономить. И не только начинка изменилась, а и внешность. Матовый пластик, на котором не остаются отпечатки, удобная панель управления, большой сенсорный жидкокристаллический дисплей диагональю с полноценный смартфон. И вообще, они теперь выпускаются в разных цветах. Если для подключения к вашему принтеру вам нужен какой-то особый кабель с вот таким непонятным разъемом, то, ребят, пора уже как-то модернизировать парк вашей техники. Отсутствие Wi-Fi соединения в современном офисе – это уже большой минус. Когда вам нужно распечатать какой-либо документ, а вы ищете сотрудника, чей компьютер подключен к принтеру, ну серьезно, разве это нормальный рабочий процесс? Современные печатающие устройства поддерживают подключение по USB, Ethernet и Wi-Fi, а для работы с внешними носителями информации присутствуют слот для карт памяти, USB-порт и PictBridge. А если вы хотите напечатать любимую фотку из Фейсбука, не нужно тянуться к компьютеру, ведь ее можно распечатать прямо со смартфона или планшета. Может показаться, что это не особо важный повод для покупки нового МФУ. Да, согласна, в целях экономии можно включать принтер только тогда, когда вам это необходимо. Но вы, наверное, замечали, что если аппарат постоит несколько дней отключенным, то быстро распечатать уже не получится. После включения ему нужно больше времени на подготовку, чтобы прочистить головку, пошуршать, пожужжать. Все это затягивает минут на 5. А вам буквально один листик распечатать. За 10 лет много чего изменилось. Вот, к примеру, раньше мы пользовались такими лампочками. Потом появились энергосберегающие. Ну а сейчас вообще суперэкономичные лампулечки, которые служат годами. Вы думаете, принтеры в этом плане не эволюционировали? Современные устройства в спящем режиме потребляют в 5 раз меньше своих предков. Их вполне можно не выключать. Если ваш принтер выпускался во времена Windows 98, то вы, наверное, заметили, что с каждым годом все сложнее находить драйверы под новые операционные системы. Это же касается расходных материалов и комплектующих. Если на поиске новой SNPC, чипа или картриджа вы тратите огромное количество времени, ждете отправок из других стран, то это знак, что пора задуматься о покупке нового устройства. Владельцы современных моделей не испытывают таких трудностей, ведь расходные материалы сейчас можно купить практически в любом магазине. А если какая-то деталь выйдет из строя, то не возникнет никакой проблемы с ее заменой. Помните, чем старше устройство, тем дороже его обслуживание. Ну что, оценили свое печатающее устройство по этим 5 пунктам? Если счет не в пользу вашего принтера, то время пришло. Выбирайте печатающее устройство с расходными материалами Ink System и экономьте на каждом отпечатке. До встречи!